В России растет число заболевших гриппом. Эпидпорог превышен как минимум в 23 субъектах федерации. Особая группа риска – дети. Чтобы остановить распространение инфекции, закрывают школы и детские сады. Занятия приостанавливают в Воронежской, Владимирской, Тульской областях. Во всем Псковском регионе введен карантин, отменены массовые мероприятия. В больницы не пускают посетителей. Сложная ситуация в Карелии. Эпидемический порог превышен практически вдвое. Внеплановые каникулы с сегодняшнего дня у саратовских школьников. А в Северной Осетии закрыли еще и дошкольные учреждения. В связи с подъемом заболеваемости Роспотребнадзор запустил горячую линию. Специалисты готовы рассказать о профилактике гриппа и ОРВИ, об основных симптомах и о том, что делать, если подхватил инфекцию. Для жителей столичного региона такие советы актуальны особенно. Еще и в свете того, что вирусы активнее размножаются в сырую теплую погоду, которая сейчас установилась в Москве и области.